Гавайский 3-й полк 3-й дивизии корпуса морской пехоты США получил первый наземный безэкипажный противокорабельный комплекс Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Церемония состоялась 27 ноября в присутствии представителей армии США и делегаций стран-партнеров. 3-й полк корпуса морской пехоты – это специальное соединение, которое специализируется на десантных и прибрежных боевых операциях. Полк развернут на гавайском острове Оаху. Комплекс расположен на шасси Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary, которая является безэкипажной версией армейского внедорожника JLTV. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System вооружен двумя пусковыми контейнерами противокорабельных ракет Naval Strike Missile. Американские морские пехотинцы планируют использовать эту систему в комбинированных ракетных дивизионах, которые также будут вооружены ракетными системами залпового огня М-142 HIMARS. Naval Strike Missile – это противокорабельная крылатая ракета, разработанная норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. НСМ является дозвуковой ракетой, способной поражать надводные и наземные цели. Ракета длиной 4 метра и массой более 400 кг комплектуется проникающей фугасной боевой частью массой 120 кг. Управление ракетой на маршевом участке полета осуществляется с помощью инерциальной системы с коррекцией сигналов системы GPS. На финальном отрезке полета ракета наводится с помощью системы распознавания целей с инфракрасной головкой самонаведения, которая имеет собственную базу данных тепловых отпечатков целей. Благодаря ей она способна распознавать конкретные типы целей и выбирать нужную. Ракета оснащена маршевым турбореактивным двигателем TRI-40 и твердотопливным стартовым ускорителем. Максимальная дальность пуска составляет около 250 км.